Сейчас в Харькове, как и во всей стране, проводится шестая волна мобилизации, согласно указу президента Украины, которая продлится до 18 августа. Милиция принимает участие в этих мероприятиях только в рамках действующего законодательства, закона Украины о милиции, других нормативных актов. То есть мы устанавливаем лиц, которые отказываются от получения повесток. Это происходит только лишь по спискам, предоставленным военкоматом. Занимаемся охраной общественного порядка в местах, где ведется разъяснительная работа. Хочу заявить, что милиция города Харькова не принимает никакого участия в так называемых силовых действиях по задержанию лиц, подлежащих призыву, их доставке силовым способом в военкоматы, на сборные пункты или иных ограничений их свободы передвижения, возможностей. Это незаконно, во-первых. Во-вторых, согласно приказу начальника главного управления генерал-майор Дмитрия, это запрещено. Приказы это изданы на основании распоряжения министра внутренних дел Авакова Арсена Борисовича. Неоднократно губернатор области заявлял, что этого не будет, и мы этого не допустим. Во всех случаях таких нарушений со стороны милиции, либо работника военкомата, прошу сообщать либо на горячую линию МВД, либо по телефону 102.